подумаете начать, скажите. Все, начинаем. Мистериш. Да уже начали. Только вы немного погромче разговаривайте, потому что у меня через телевизор. Выруби телек. Звук идет. Телек. Выруби телек. Играй вслепую. Выруби телек? Ну, да, играй вслепую. Ты через Kinect тогда будешь. А видели Kinect для ПК? Да, видели Kinect. Да, по-моему, его такая нет. Же хуйня, как и, блядь, Xbox'овская, только еще, блядь, с каким-то, блядь, транзистором, нахуй, там, блядь, на 350 нет, тысяч ватт, нахуй. У него, в общем, нету значков Xbox, то есть он вообще лоховский говно какое-то. Лошара Edition, блядь. Нищенский. Мне солнышко можешь взять, а? Да, пиздец, все будет. То есть не брать? А, уже кто-то взял. О! Кого мне брать-то, вы задолбали, говорите? А? Кого хочешь, кого хочешь, блядь, блядь, возьми, кем ты сыграть будет, сможешь. Чтоб только не сдох, блядь. Тогда солнышко, ничего. Концертом может сделать? Я не знаю, посмотри какого, я Днищенского взял. Пизда, блять. У тебя вообще прокачан этот цветок? Не знаю. Ну так как ты будешь им играть? Ну в смысле, не, у меня есть всякие персонажи на него. Персонажем там еще агилити должно быть, блять. Тут будем делать сет или не тут? Подожди, стой, я сейчас тут типа доделаю. Ой, Мишаня, 221 уровень, вот он за другой. За бабки купил. В смысле за бабки купил? Ну, в смысле пакеты купил. Да, играю, человек, нормально. Так. Да, я пошутил. Сад, короче, где вы там шаритесь, алё? Не-не-не, да, сад да там вот тут мы хотим вот здесь делать. Вот. А тебе далеко идти, не будем там делать. Просто мы тут тогда, короче, ебошили, и здесь заебись мы... простояли. Да, что, тут, короче, может сюда запрыгнуть. На лошарские были. Нифига, слышь, от огней эти самые отражения. Ну что, тут мы делаем, сад. Да. Короче, если что, можно сюда запрыгнуть. Наверх туда. Понял? И вон туда, короче, тоже можно. То есть, если что, солнышко умрет, да? Ну тебе пизда, короче. А я Днищенского взял, посмотри, какой говно, не. А это ж у тебя этот, блядь, фараон ебаный. Нормально. Да. Пойдет. Чем тебе не нравится фараон? Это моя крыша. Запрыгни, ёпта. Слабо? Я эти факелы, короче, поставил, прикинь, на руки. Эти самые тени там, вся хуйня, блядь. От этих факелов, блядь, прикольно. Освещение типа делают? Да-да, освещение, там вся хуйня. Ой, хера. Да ёб, тут солдаты уже. А какой тут максимальный уровень? А, 200. Хер знает. И ты не добавили после... Когда меня прилечили. Подлечить мне надо. Бля, мы взяли двух медиков, нам же пизда. Нормально, нормально. Хотя... Генджи взял какого-то, блядь, за глушаком тюленя, блядь. Там уже нахуй посложнее. Да, в принципе, я на самом деле поменял. Ааа, я умираю. Ой, их так много-то. Кажется, наверное, в дополнение здесь побольше. Здесь сразу стреляющие идут. Надо меня подлечить. А почему у него такой лучик вонючий, а у меня нет такого? Какой Днищенский лучик. А, это что, радугу надо открыть. А, в пакете попадается. Да. Мишаня, а ты этим железным играешь, да? Да, но у него все-таки хипов побольше, а убивать это не моя работа. Как раз таки убивать твоя работа.
Нет, нет, аж подсолнув, он лечить должен. А, я медиком играю, мне все равно, да. Там его разберется. Главное, ты вообще не должен убивать. Ну, убиваю, но у меня нет стремления к этому. Главное, хилить. Для этого есть шутеры. Например, луч прицепил к какому-нибудь шутеру и бегай за ним. Не, фараон нищенский какой-то вообще. Не, ну как, фараон урон не хилый, если он попадает. Да-да-да, урон у него заебись. Да, ну им надо попадать просто этим. Им, конечно, херачить. Не, ясно. Ну вообще по три патрона я тут не знаю. Дело привычки, я согласен. Я привык к зажимам. А почему вот это солнышко, кстати, меньше хиляет, чем вот обычно? Так, я шернусь тут немного. Шапки, блядь, в деревянных очках и, блядь, с этими с факелами, блядь, у меня типок заебись. А слышь, они серьезно анимацию дают, когда ты вот бежишь под тобой, типа есть огонь такой? Да, да, да. Даже к стенке, когда там подходишь, там, он как этот цветок твой дает, допустим. Блядь. Ой, блин, опять эти сраные гробы. А, тут злой шутер мой, шутер, я так сказал. Ёбаный пидор. Здесь они такие. Я сейчас убью, ребят. Нам жаль тебя. Подхилим. Эдик, ты сейчас кто? Меня хавают. Меня хавают. Меня хавают. Не надо быстро хиляешь. Бляха, мужик. Только хилил, а. Не, ну а этот цветок уже хилит быстрее, поэтому, собственно, ему лучше подбегать хилить. Естественно. Не, на самом деле вообще цветков не умею. А зачем что а взял? Нахуй ты его взял туда? Ну, потому что думал, никто не возьмет. А, я же сразу сказал, что за медик. А тебя не было. А, не было. Пати. Мы, значит, мы просто. Нет, до этого еще говорили. Ну ладно, а, ну, я важно. Тогда... Попробуем, попробуем. Ну не выйдет, так не выйдет. Перенаберем команду. Могу выйти и зайти заново. Или да вытянем, ебана. Что здесь лучше построить-то, бля? Бомбочку. Постройте дом 2, блядь. Кстати, сейчас, наверное, уже начнется. Сколько времени там? Опа, а что, смотришь, да? Да, конечно. Нерегулярно смотрю. Я запрыгнул. А раньше, по-моему, вот этот дом 2 еще довольно давно там был просто дом. И там да. Они, в общем, его устроили, по-моему, или нет. Да, да, они здесь как бы его вроде как тоже строили, а потом как бы, блядь, забили. Чуть-чуть вниз лечи, блядь, пульту встал. Не меня, он цветки, тут все хуйня. Я типа кемпер цветок. Да я кемпер цветок, блядь. По-моему, после апдейта стало больше валить зомбарей, нет? Да. Но это, наверное, на новой карте. Не схавлю.
Не, просто Special Wave, походу. Нет, Special Wave, да, но их, по-моему, прям пиздец как много. Да, ну и до этого начальники солдаты сразу стреляют. Инженеры. Оно хорошо, просто изменит. Надо не скупиться, цветочки почаще высаживать всё-таки. Да сука, сейчас мой гриб запиздит, блядь. Есть остатку. А, вот. Я вот черникой, блядь, закидал, ебаный рот. Гонишь, что ли, блядь. А, у тебя разве... Не, у тебя ж не новый. Дал в шапочке, в очках крутые. Новый. Не, у меня какой-то вообще днищенский трюк. У меня есть пауэр. Он сейчас дадут алмазы. Мне еще алмазы никуда не выходят. Ага. Алмазы никогда еще не... Алмазные, а блядь. Чё... Алмазный алмаза, типок в очках. Самое охуенное. Ну, хотя бы так. Ну, это даже хорошо. Конечно, если было... Три алмазы, не раз. Потому что этот в очках сейчас у нас, блядь, будет мост нам ебать. Бля, вот он идет. Там, где я смотрю. Так, ребят, я сейчас умру, но я в него слишком заходил. Я ему очень много. Тебе не надо идти, блядь, в открытую. Стоял бы, лечил. Я ему вообще вот все иссадил прям в голову. Что ты ему иссадил, это ему так. На самом деле нормально. Бегаем! Сады это вот сюда. Телепорт стоит конченый. Я пойду телепорт. Советник. Чего советники этого пидора валю? Вот, телепорт я убил. Ай! Он здесь, сзади, блядь, убил меня. Я телепорт там вынес, он туда пришел там. Так, у тебя сколько времени еще? 10 минут. 9. 8. Так, все, живи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А все, ёбнули его, отлично. Есть танки сзади. Но у меня по 40 отнимает, ёбано. В каждом выстреле, блядь. Там, ух, блядь, припал в лампочку. Блядь, как мне тут встать, чтобы эту хуйню попасть? О, футболист пришел. Два. Отлично. Кстати, хорошо держимся. Держится отличнейше, блядь. Вообще совет не доматизывает жопу. Если чё, он, блядь, прикрывает, блядь, ёбаный рот. Слышь, спускайся вниз, вот очередь Генжи тебе. Съебал нахуй. Пошёл в мясо. Хули вы сюда припёрлись, блядь? Пизды тебе дать. Ага. В заборе ещё отсосёшь, блядь. Я тебе пизды дам, он тебя оживит потом. Не надо мне пизды давать. Ты не в моём вкусе, блядь. Сзади этот самый, блядь, мудлон нахуй. А, я ученый хавы. Зачем? Вовремя начал меня оживлять, я уже карточку хотел взять. Карточка. С карточкой погоди пока, да, и там надо на финал уже. Лучше, когда убегает, блядь. Что я тут? Мне нужна реанимация. Ага, сейчас спасем.
Мне кажется, или гробы быстрее убиваться стали? Да, если ты стреляешь в бошку, туда быстрее. В окошко легло там. Ой, я тоже такого себе зомби хочу. Типа Рэмбо. Он ни о чем, блядь. Он прикольно выглядит. Это который с рыбалетом, что ли? Если только закемперить где-нибудь из дальнего, блядь, ебошиться, да, блядь. Или снайпера. Надо будет еще купить. И это на открывать. Купи ихнюю компанию, блядь, и делай нахуй что хочешь, блядь. Ебать, я их спаунтилю. А, меня зомби... этот ученый хавает. Тебя, по-моему, постоянно хавают. А хули ты бежишь туда вперед, я не понял, блядь. Ну я пытаюсь убить. Не, если медиком играешь, стой на базе, твое дело помогать ребятам. Они сами поубивают всех, кого надо. Можешь вообще не стрелять. Так на поддержке немножко. Все. А-а-а, хули вас так много. Солнышко, спаси меня. Они хавают. Солнышко, спаси меня. Да. Что лучше, я подлетел. Стой, Петру. Где еще жив? Давай подхилю. Сука, он гриб сейчас запиздохает мой, блядь. Да, смотрю, ублюдок, нахуй, ебаный. Вот, сука, а. Анимацию, да, прорисовали. Это босс вейв, что ли? А что это такое? Чтобы маленькие на колесиках не зарядили, блядь, посаду. Такие шахиды, которые? Те, что бодаются, и такие, которые на колесиках. Ой, они вообще ублюдки. Ой-ой-ой, блядь, пиздец, они, блядь, просто жесткие. Тут бегут. А, меня хавают. Так, сортир. Еще за круг. А вот там сейчас будет. Гроб подошел, пиздец. Знаешь, как я ее сломал? Я что? Я к нему... Нет, что нормально, уже девятая. Советник. Че тебе надо, блядь? Нах ты мне нужен, блядь. Держи отсюда. Да я на тебя попробую забрать. Блядь. Жалко, что не хардкор, а ты сейчас вынес бы нахуй. Так, спортсмены, подрывники. Ублюдок такой с бомбочкой. Так, аккуратнее, аккуратнее надо быть. А, меня хавают. Мне нужна реанимация.
Там Шахид справа бежит. Шахиды! Я знал. Мне нужна медицинская помощь. Бля, мне тоже. Я сейчас это билетом респамлюсь. Зачем? Не надо. Я их не заебал. Не, ничего страшного, у меня потому что это самое. Блин. Кстати, в натуре зачем ты заспаунился, он бы зафигачил эту последнюю. Да ничего страшного, мы все равно легко идем вперед. Дай шернуться, блядь. Опа, блядь. Давайте два алмазика и один унитаз. Только алмазик, не был Марли. Ой, блядь. Хер тебе не алмазик. Блять, вот он самый хуёвый пиздец. Ебать, вот волна, трэш, блядь. Попался. А который пиздец. Нет, нам в жопу попалось. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я, короче, сейчас в другую сторону съебываю. Конечно. Ебать, а? Так, мы убегаем, в общем. Я, по крайней мере, я убегаю. А, меня хавают. Я остаюсь тут. Да. Это так. Хули их так много? Блин, это бутылок в чёрную, сука, бык вонючий. Ой, нет, вот тут был Марли. Ты главное хиль своих. А ты особо я не стреляй. Но я могу стрелять, куда хиль. Геншет, я тебя спасу. Нихуя себе, меня на крышу закинуло. Блин. Блять, эта сука до меня запрыгнула, пидор нахуй. Ай-яй-яй-яй. Так, я встану. Ну, нахуй. Давайте выйдем. Я как последний буду. Я снизу под мостом поставил цветок, короче. Так, надо этого, блядь, Майкла Джексона въебать, короче, чтобы он не запрыгивал никуда, пидор. Сюда иди, сука. Так, пиздец ему, короче. Что-то Гарден валит этот металлик. А где вот этот морозный ублюдок? Появится еще. Сейчас после этого пойдем. Ну, хитрый вообще. А я его уже вижу, он бежит. Прям на меня. Не, морозный самый трешовый. Самый какой? Морозный, ну пиздец он, ёбнутый. Сильный. Удаляй меня, морозный. А разве не ТРПК? Ой, какой толкан этот? Да, хер знает, мне кажется, что морозный почетче. Блять, морозный. Беги! Я ценой своей жизни тебе. Мне нужна медицинская. А чё, Майкла не убили? Нет. Это другой. Ребят, Майкл пришел. Я в текстуре, у меня проблемы. Я отсюда стрелять не могу, я в текстуре. Очень прикольная текстура. Лечи ты. Ну как? Не могу. Я ж тебя вылечу. А этот не. О, его. Я вижу. Я сейчас стреляю. Убегал от этого, от Джека. Я умею стрелять из текстуры, да. А стреляй, блин. Здесь какая-то... Он помогает уже. Вот, блядь, чё он так выносит? Блять, этот ёбаный зомби сортирный, блять. Меня убили, я уже. Остался большой пару лап. Я еще инженер.
Хотя внизу 5 секунд осталось. 4. Вот. Может, а мне может как-то вообще... Ой, я тебя могу есть, что хилять весь. Толку хилять, если у меня осталась одна карточка, и, блядь, пошёл себе взять. Вот сука, блядь, быстробегающая. Слышь, еби пока ролик. Сортира. На сортира сосредоточься, а я пока этого пидора буду хуярить. Блядь, подожди-ка, у меня луч. Стук, он умрёт когда-нибудь, а? Да ты заебал бегать, сука. Да, отлично. Ребята, а чё, мне это что делать? Ничего не отличного нет. Карточек мало, блядь, не факт, что съебёмся. А если не съебёмся, значит, ачивки нет. Надо меня подлечить. А ты пиздец, стой. Блядь. Ты уже спас себя. Пошли на эту шляпу. Да, ладно, да, ребят, я выжду. Нет, ты должен был сказать. Так, фразу, я туда типа, позже, наверное, пойду, меня, блядь, потому что, блядь, если сейчас туда идти, там. А, да, все, хорошо. Так вот, бросайте меня, я типа. Ну хотя вы в лифте можете прилететь, да? Да, прилетите. Хорошо, слепо в следующей игре она прилетит. Ну, в общем, этому жирному ублюдку скажите, что нужно опять прилететь и забрать меня. Так, чего ставим? Хилку или чё? Да она ее вынесут. Все, что. На меня, в общем, они все одни стреляют. Мороз ставим. Слечите меня, главное. Да. Чмок какой-то пришел. А если я не свалю, я получу очко? Получишь. Тебе не надо свалить. Главное, чтобы кто-то один свалил. Вы там живете? Да, как. На меня сортир отвлекается. Жирный. И еще один. Ай, они мне кинули вонючку. Я сейчас умру. Так хули ты там делаешь, Валер, его нахуй. Плохо быть тобой. Ну конечно, так, я не выпустил. На этой карте простенько убегать. Да, вообще атака была слабая. Да не то, что атака здесь близко находится. Да кто на тебя отвлекся? Да до хера их там было. Ну да. И ачивки. Которые тоже в текстурах застряли. Чё ты несешь, получил ты ачивку. Гарпин хардкор. Окей. Там несколько. Две получил. А, еще одну ачивку получил. Гарден Крейзи.